Я обращаюсь ко всем, матерям, женам, отцам. Мы разве не видим, в каком состоянии приходят домой наши близкие? Мы что, не понимаем, что они в состоянии опьянения приходят? И мы не понимаем, что они управляли и приехали домой в состоянии опьянения, понимали? Мы с этим соглашаемся и не считаем необходимым сообщить сотрудникам ГИБДД, участковым уполномоченным, чтобы уберечь от таких последствий, как сейчас видели. Трагедия в одной семье, трагедия в другой семье.